Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Записываю видео, сегодня будем открывать вот этот 9-й бокс. Сейчас начнем проходку, потом откроем бокс, завершу проходку и посмотрим, какой левел бокс нам дадут. Погнали. Ребят, 10 энергий прошел, 136 монет. Первый раз такое дал, выше 130. Иду дальше. Так, ребят, 20 энергий прошел, 267 монет. Еще 5 энергий осталось. 22,2 энергии, ребят, бак полный. Только что заполнился. Так, давайте, ребят, откроем вот этот бокс. Посмотрим, что он нам приготовил интересненького. Вчера 8-й был вообще ни о чем. Будет ли вообще здесь третий камень, потому что многие пишут, что третьи камни стали отсутствовать. Вот и нет третьего камня. Тоже без третьего камушка. 9-й бокс. Так, ребят, давайте теперь по цифрам. 1818 GST, это у нас 102,5 GMT на сегодняшний день. Давайте теперь подсчитаем, сколько у нас плюс или минус вышел. Так, камни на лак у нас 10,54, ну, нарез по одному GMT. Получается, если все это сложить, выходит 104,86 GMT заработок. И отсюда минус 6%. У нас получается заработок с бокса 98,56 GMT. В общем, получается, открытие бокса это у нас минус 4 GMT. Вот такой вот бокс. Так, ребят, все прошло, 25 энергий. Давайте смотрим, какой бокс дадут. Так, это получается 6 из 6. Дали 9-й левел. То есть 6 последних проходок, 6 боксов 9-го левела. Так, давайте отремонтируем кроссовок сразу. 34,2 чистый ремонт. Так, ребят, это наш основной телеграм-канал, также к нему есть чат. У кого какие есть вопросы по степану, залетайте, спрашивайте, ссылочки будут в описании. Также можете ознакомиться с закрепами. У нас будет проходить на коин-листе долгожданный токен сейл. Ответы на квиз здесь есть, видео записал, уже будет на канале. Также один из закрепов запустили с командой премиум направления. Там несколько направлений. Одно из самых важных – это сбор своего криптопортфеля. Все токены разбиты по секторам. Все зоны покупок, продаж указаны тремя ордерами. Также у нас в закрепе в начале каждого месяца я выкладываю статистику по своему портфелю. 1 мая выкладывал, собрал его в октябре месяце 2022 года. На 1 мая он у меня $2780. Все, ребята, такое было видео. С вас, как всегда, жирный лайк, подписка на канал, ссылки на телеграм-канал в описании. Всем спасибо, всем пока.